Bitfury создаст для Украины систему хранения данных на блокчейн. Как сообщает News Finance UA, Кабинет министров Украины договорился с американской технологической компанией Bitfury Group о создании для Украины полномасштабной системы электронного управления по технологии блокчейн. Основными областями партнерства станет использование блокчейн в государственных реестрах и услугах, социальном обеспечении, здравоохранении и секторе энергетики. После завершения пилотного проекта планируется распространить программу на другие сферы, включая информационную безопасность.